здрасте всем. И это Вартач, и мы продолжаем, что делать, правильно проходить, а может даже и завершать игру Battle Group VR, где мы радостно и задорно, да что такое, летаем на корабликах и устраиваем геноцид всяких ушлепков с переменным успехом, иногда даже удачно. Ладно, поехали посмотрим, что у нас там за следующая миссия. В принципе, корабли мы все открыли. А я запись-то включил. Ай да молодец. У нас открыто все, кроме вот этого последнего корабля, который непонятно... А что такое? Что происходит? Почему я вот так вот делаю голову, и оно поднимается? Непонятно. Ладно. Допустим. Что у нас с оснащением? Покажите мне. В смысле... Шипьярд, пожалуйста. По идее, должно все быть ништяк. У всех все должно быть, а нам нужна миссия под названием «Страха нет». Так, что нам дает этот... Дредноут. Confront the Judicator and put at end to the... Короче, что-то надо успокоить народ. Ну, точнее, там какой-то кипиш, и мы должны вклиниться в какие-то разборки и сказать: «Довольно! Остановитесь!» Да? Я правильно понимаю? Не совсем дебилоид. Здрасте. А что там за кипиш такой? Ёп твою дивизию. А я не хочу. А что там всех много? Да. Ну, давай. А, это вот наш союзничек, да? Уверенно. Негатив. Почему негатив? Ясно. Это какой-то корабль, который пойдет с нами. Negative. Вместо кого? Ну, вместо кого-то. Стопы. То есть, короче, смотри, тут есть два корабля, которыми мы вообще ни хрена не управляем. Я же правильно понял, да? Да, вот артиллерийский крузер, который сам что-то там по себе куда-то летит. И... А что происходит? Я вообще ни тем, блядь, не управляю. Что происходит? Ну-ка. Это что, не мой корабль, что ли? Я понял. Мы вообще с другой стороны высадились, это не наши корабли. Так, начинайте тогда выкашивать всех. Всех выносим. Там, короче... Ни хрена ты, посмотри, что там происходит. Мы должны, короче, со всех сторон навалиться. Со всех сторон, получается. И... устроить... хай-вай. Ни хрена ты, посмотри, что там за корабль. Это вот это дредноут, что ли? Ёлки-палки. Смотри, сколько у него стволов. То надо, блин, заснять. Так, все, скринов наделали, пойдем разбираться теперь. Нам, в принципе, похеру, кто кого там убивает. Ну как похеру? Да, вот этого вшатывайте. Эти там кого-то своего ложат. Ладно, это вообще насрать. Супер оружие оставим на будущее. Сюда. Сюда летим. Сюда летим. Да-да, давай пока вот этого шатай. Но подходим поближе. Я так понимаю, это будет очень сложный бой. Давай, стреляй. Давай прям забуримся и вот эту активируем фигню. Ага, блять, а вот и этот прилетел. Так, давай кидай нахер, этот вообще нам не нужен, у нас тут вон что приехало. Огонь. Стреляй.
Чё встал? Стреляй! Не хочет, да? Ясно. Меня сейчас, по-моему, тут приговорят нахер. Давай, ракетный огонь. Да, ну, конечно, да. Броневой, падла. Дымит ЖД у нас там полнейший. Давай убей его нахер. Давай. Его бей. Давай, 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 разворачивайся. Этот пока у нас там стоит. Мощный. И пусть стоит. Давай, давай, давай. А мы пока вот тут раскидаем этих утырков. Ага. Блин, что-то больно. Прям реально больно. Что-то, по-моему, нам... А что случилось? А почему у нас опять перезарядка пошла? Угу. По-моему, короче, не выгорит у нас сейчас ни хера. Ты посмотри, что они там вытворяют. Нам сейчас крейсер снесут. Да. Я даже не знаю, что нам в этом плане делать. Нам, короче, не надо никуда идти, нам надо идти на воссоединение с кем-то. Стреляй по нему. Давай, давай, да. Заливаю в него. Так, а чё, вот наш копытнулся товарищ. Почему? Потому что... По-моему, она сейчас тут... Ой, блядь, она тут сейчас реально приговорят, и у нас ни одного корабля не останется. А как можно... Можно как-нибудь нахер? О, что-то... Я нажал, вроде получилось. Так, давай заново. Давай заново. Ну как заново? У нас, блядь, одного корабля уже нету, да? Или у нас вообще нихера нету? Нет, все целые. Так, попробуем... Еще разунечку. А, блин, а что бы нам вообще предпринять-то в этом плане можно? У нас денег 48 тысяч, да? По идее, если я продам один корабль... Да иди нахер. Какая next миссия? Я не хочу никакую next миссию. А, где наша база? Comstation. Да. Нам надо, я не знаю, может продадим крузак и возьмем один батлшип? Я не знаю, потому что что мы можем сделать? Сколько ты стоишь? Тебе еще разлочить надо, блин. Ну, разлочить-то я разлочу, а деньги я где возьму? Мы не можем так рисковать. А, блин. Что делать? Давай попробуем. Что у нас здесь? Эквипмент. Ага. Нет, подожди. Мне нужна аналитика. Так, 3,5,800. Блять. Ну давай. Давай попробуем. Еще разочек. Еще разочек. Надо не лезть на рожон. Надо как-то, я не знаю, там, тыловую крысу из себя изобразить. И пойдем в обход тогда. Мы ничего не, реально ничего не можем предпринять. В лобовую нас разносят. Там вот эта херня приварпывает. И что с ней делать, вообще непонятно. Очень мощный. Так, вот наши товарищи. И тут мы ничего поделать не можем, поэтому... А что у меня, блядь, ничего не... А, отвалим нахер. Идем на воссоединение с флотом. Давай, давай, давай. Идем на воссоединение с союзниками. Давайте, ребята. Так, спектатор, где?
Потому что просто в три рыла. Ой, бля, ты посмотри, там какая флотилия. Нам надо кучно, кучно. А чё у меня, блядь, опять с этим случилось? Ты смотри, какой он там херню херачит. Так. Так. Ну-ка, давай-ка сделаем вот так. Вернемся на бридж. Активируем спектатор. Где они все, блядь? Я что-то потерялся. А, вот. Да господи. Угу. Оружие. All head full. Оружие. Оружие. Так, давай-ка вот так. Nav point locked. Нет-нет-нет, вот этого. Да. Дайте мне обзор. Ты посмотри, что творится. Добивать его. Разворачивай, бей его. Давайте, давайте, ребята. Так, а чё, наши уже все там сложились? Нет, кто-то воюет. А где союз? А союзнички хероборы страдают, я понял. Так. Давайте, уложите вот этого ублюдка. Я вот этому больно. Угу. Отходим, отходим. Отлично. Так, ты. Теперь ты. Развернись. Давайте, ребята. Давайте, 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 давайте. Валим вот этого утырка. Давай, щиты пробиты. Да не ломай ты его! Он мне нужен! Что это такое? Балансит. Держаться. Развернись. Ракета. Ложи его нахер. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Нет, ты посмотри, как там заливает вот этот ублюдок. А где союзник? Чё вот он там встал? Отлично. Теперь ложим мелочь. Потому что я не знаю, что делать вот с этим. А ты посмотри, что происходит. Вот как их выносить? Нам жопа? Это EMP, оно ни хрена не помогает. Куда ты стреляешь? Угу. Так, неплохо. Давай шараш. Я не знаю, мы в этой миссии пока ничего не сделаем. Нам тупо денег не хватает. Нам флотилия нужна гораздо больше.
Я так понимаю, мы можем единственное, что сделать, это поспамить предыдущие миссии. Так. Жопа нам. Давай, добивай, добивай его. Добивай. Нормально же заливаешь. Давай, 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 давай. Вот этими лазорами своими. Готов. Отлично. А где? Ты смотри, ему вообще похеру. Это что вот там делает? Вот этот, вот наш союзный нахер бестолковый крейсер. Ай нам жопа, ай нам жопа. Куда ты полетел, придурок? Разворачивайся. Давай, давай, щиты, щиты, щиты. Все, жопа, да? Уходим. Уходим. Успел. Ну, собственно... Что я вам могу сказать? Жопа нам. Мы не можем проявить какой-то тактический маневр, потому что у нас просто тупо мощи не хватает. Соответственно, я предлагаю сделать что? Что я предлагаю сделать? Я предлагаю... Ну, это, я думаю, на запись выкладывать не нужно. Я пофармлю денег. Мы усилим наш флот, как минимум, добавим еще одну... Еще один слот. И можно вот таких, я не знаю, либо... Кстати, вот это вот, знаете, что я хочу? Какая next-миссия? Уйди нафиг. Можно ли поменять вот эту его ЕМП-херню? Где? Да, Home Station. ЕМП-херню на... На, знаете что? На... Какой-нибудь... Это вот оно, да? Нет, вот. Нет, вот. Она никак, да, не меняется? Ну, короче. Мы можем поменять... Ну, не поменять, тогда нам надо, короче, найти денег... Чтобы взять как минимум два вот таких и два батлшипа. Потому что имея два тяжелых крейсера и батлкрузер, это я не знаю, какой выкрутас надо сделать. Потому что линкор там, этот дредноут, он просто тупо сдалека выносит. Пока всякая мелкая мелочь портит нам... Ну да, там и не мелочь, там такие же вот тяжелые крейсера там и все такое. Они нам наваливают просто по мордасам. Поэтому, ну, можно считать вообще, я так понимаю, что это последняя миссия. Ну, либо предпоследняя. Но в целом... пока мы не перевооружимся, мы там ничего сделать не можем. Не сможем. Поэтому выйдет еще как минимум одна серия, где я им там покажу, кто в поле хозяин. Но не сейчас. Спасибо, что посмотрели вместе со мной вот эту миссию. Увидимся в следующих сериях. Пока.